А потом включим. Мы сейчас запишем-то, я думаю, за полчаса. Ну да, да. В принципе, тут делов-то, а потом посидим, покайфуем просто. Здорово, здорово. Да, 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 ребят, сейчас записываем тут. Всем привет. Сейчас быть настроим. Все. Проснулся, улыбнулся. Да, я давно проснулся. Мне собака, блядь, спать не дает. И вас должны привести сегодня. Короче, тебя можно показать? Да, да, конечно. Короче, ребятки, вот сейчас так, небольшая наша тут мини-студия такая вот, да. Ну, мы сейчас записываем мою часть кардебалета. Так, этот трек будет не меньше, чем у LJ с Моргенштерном Кадиллак. Вот прям вот не меньше вот тут. Ну, такой уровень будет. Мне понравилось. Черногория из балкона, у меня клевый видон. Такой только у меня, ведь я Дон Симон. Заглючил немножко. Черногория из балкона. Черногория из балкона, у меня клевый видон, такой только у меня, ведь я Дон Симон. Вот, а сейчас охуенно первое. Бля, он почему-то не записывает. Почему? Не знаю, он раз на раз пишет. Ну, неплохо. Да, вот но это... обработка еще будет как бы выделить голос погромче. Ща, пацаны. Еще раз? Да, еще разок погромче, чтобы давай, 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 давай. Выбрать. Давай. Ну, там что-то можно наковырять-то, да? Да. Да. Да, да. Вот, блин, это вот. Вот это мне нравится. Да. Пока без записи? Да. По-настоящему струячу, только когда я здесь. Еще раз. По-настоящему струячу, только когда я здесь. Блять, вот это, только когда я здесь. Вот давай вот это. А можем поменять, да, подумаем как. По-настоящему струячу, только когда я здесь. Как-то вот здесь вот это, когда вот это не очень нравится. Ну, нормально, в принципе. Да, я сейчас потренируюсь. Да, да, не удивляйтесь. Так, пацаны, короче, записываем, записываем, бля. Я тупой, нахуй, дерево, бля. Ну, чё, не ругайтесь на меня. Чё, бомбят? Да нет, ну, орёт там кто-то с этого. Да, есть там. Да, ребят, давайте, бля, гандожите, мне похуй. Зато я хоть что-то делаю, бля, а вот вы там жрёте, бля, сидите на той стороне экрана, а я не бухаю, бля. И хорошо, и плохо, не знаю даже. А, ну вот, кстати, там, да, можно что-то почерпать. Где, где, где? Струячит только, когда я здесь. Медленно можно, а вот так на волне это сложновато. Если тяжело, мы можем записать их по одной. Давай по одной, да, пока. Попробуем так, потом сведете там, да? Да. Почему струячит только, когда я здесь? Только когда я здесь, только когда я здесь, только когда я здесь, только когда я здесь. По-настоящему струячит только, когда я здесь. Пошло добро, попробуем. Да-да, не удивляйтесь. Запишем, давай. Просто подрежем это, да. Давай, пробуем, пробуем, пацаны. Все пилим, да? Да. Все, там еще в конце видел по тексту? Чао, пока. В конце, да. Представляешь, как надо произнести? Ну, громко? Да. Вот как я? Да. Не выдумывая? Да. Хорошо. Мы чуть просто микрофон подвинем. Чао! Вот это, ну да, 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 да. Давай, будет, пробуем, 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 пробуем. Да. Завернуто будет, завернуто. Да не, уже я, бля, воткнулся в эту хуйню. Давай. По-настоящему струячу, только когда я здесь. Пошло добро по трубам. Да-да, не удивляйтесь. Ты урывисто делаешь каждую строчку, а их немножко надо поплавнее. По-настоящему струячу, только когда я здесь, как будто, ну, как вот первое навалил. Ну, давай, давай, давай. Там. По-настоящему струячу, только когда я здесь. Во-во-во, вот видишь, ты прям паузу делаешь перед только. А надо прям без отрывок. По-настоящему струячу, только когда я здесь. Там она прям минимальная, но она как бы протягивается за счет окончания. По-настоящему струячу, только когда я здесь. Добро. Кто-то говорит жестче. По-настоящему струячу, только когда я здесь. Пошло поток, поток, блядь. Ну, бывает такая хуйня, бывает тут часто. Ты сосредоточился на одном, блядь, а остальное проект. Бля, бывает весь припев, а что-то записываешь. А я придумал. По-настоящему струячу, только когда я здесь. Только, только когда я здесь. Вот это, блядь, лучше. Напишем-то только, как бы, но только-то в режиме ну, да, 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 да. Вот это мне проще, потому что переход такой, перелив будет. Давай, только когда я здесь. Кто там, блядь, хуярит? Что за баба стоит? Не знаю. С ребенком? Тебе, наверное, да, с ребенком. Дай я посмотрю, блядь. Сейчас, секундочку. Да, да. Давай, блядь. Вот это я говорю, хождение по мукам, ну заебало нахуй. Он на смотри. Я снимаю. Сейчас. Да? Да, вот здесь клип пишем просто, поэтому если только тихо. Да. Посмотрите. Да. Приколиком побрубился. А что, перезагрузить? Ага. Ну, пацаны, ну чего там, да, что заскучали, что загрустили, ну что у нас там?
А вы для себя, что ли, да, или что? Так, посмотреть. А мы приобретаем здесь недвижимость и посмотрим территорию. А, понятно. Что есть, да? Что есть, да. Понятно, понятно. Ну, вот у нас тут картины. Картинная галерея. Да. Не этот самый. А вы для жилья, да, или? Или коммерческое? Коммерческую сделали. Ну, у меня тут много где картины висят. Можете пройтись, посмотреть. А наверху у вас где? А, там только туалет. Понятно. Стоит. Да. Там вообще ничего не сделано, только реально туалет и все. Вот. Ну что, загрузился? Надо на зарядочку тыкнуть. А есть давай? Могу удлинитель вытянуть, у меня там есть. Да. Подтянуть? Да. Давай. Спасибо, хорошо, вы видите. Спасибо, да, сходите, пустим. Я все зачитаю, сейчас я это самое, спасибо. Да, сейчас просто вот прям там еще три куплетика сейчас заструячим. Сейчас, секундочку. Спасибо большое. Так, что еще? Черногория из балкона, у меня клевый видон. Такой только у меня, ведь я не сифон, бля. Ну нормально, чего нет-то. Давай, перекур. И в конце, когда мы все это запишем, надо будет писать аэра, это то, что на фон. Да, прям сюда вешаем. Это на фон там будет какие-нибудь ей-йоу, там, ну, понятно. Добро пошло, ага. Там, звук донада, да. Да, 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 ребят, сейчас я включу, ну, перекурчик, да, 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 ну, дело делаем, ребят, потом будете наслаждаться. Повтори название группы, ты погромче скажи. Шуг Горилл. А там, по-моему, написали. По-английски суге горилла. Две л на конце. А покушать разберемся. Ща. Я бы навернул миска из-под зача. Еще разок. А покушать разберемся. Ща. Я бы навернул мясо из-под зача. Вообще охуенно. Только ты не микрофон. Да, да, блядь. Я что-то отвлекся. А я слышу, я думал, вообще нету. Народ в ахуе. А как вы думали? Вот так вот пишутся, блядь, эти, как они, шедевры. Я говорю, это не менее, чем у Моргенштерна Кадиллак. Я все это стримил, рука устала от штатива. Во, охуенно. Во, еще одно. Тут прям, ну, рэпер. Мои поздравления, как к нам в группу приглашаем. За сколько? Мы договорились. Был же нормальным алкашом, блядь, а не говори, в рэп потянул. Ебать, то Люсик. Дожил, блядь. Бобров сейчас крикнет с вами. Чао! Пока. Или как? Или чао? Ну, обычно так делаю. Ну, давай так. Даже громко очень пиздец. Еще, не, еще дальше сделаем. Нет, тише не надо, надо в своем сделать. Давай еще разок. Пишем или пока? Не, пока пробуем. Погнали? Да. Чао! Пока. Чао! Пока. Чао! Пока. Чао! Пока. Чао! Пока. Чао! Пока. Нормально? Можно блядь, будет. Блядь, я не записывал. Блядь. Сейчас соседи выгонят нахуй. Блядь, правда не записывал. Давай еще раз. Не, не угорай, реально, блядь. Чао! Пока. Чао! Пока. Чао! Пока. Чао! Пока. Чао! Пока. Чао! Пока. Во, записал. Ну, можно будет что-то, да? Да, конечно, может. Это... Ну, состряпать, бля. Стоп. Пока. 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 Угу. Ну, нормально, да? Да, есть что повыбирать. Всем добра и позитива. Поувереннее, поувереннее. Всем добра и позитива. Всем добра и позитива. Во, оно.
Всем добра и позитива! 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 Алло, да, здравствуйте. Это я, Маша. Здрасте. 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 А вы сейчас стоим, ведете? Да, я пока занят немножко. А, ну ладно, тогда пока. Давай, чао, пока. Всем добра и позитива. Ну, курьер может позвонить. Так. В Черногории из балкона у меня клевый видон, так и только у меня, ведь я Дон Симон. Е-е! То же самое, ты записал хоть? Я не знаю, смогу ли я это повторить. Не, серьезно, блядь. Знаешь, там постарайся какие-то слова, там струя, чем добро и позитив, просто на фоне, да, покричать. Давай, давай. Только давай, да, наверное, подальше отодвинем, потому что, да, громко. Ты пиши, потому что я же повторить потом, хуй знает, получится, нет, блядь. Оу-оу, я-я, оп, е-е! Пошло добро по трубам, е-е-е! Оу! А! Струячи! Струячи, пацаны! Оу! Оу-оу! Е! Йо-йо! Оу! Добро пошло! Пацаны, струячи! Погнали! Добра и позитива! Мы начинаем! Йо! Оу! Е! Окей! Нормально? Да, да, офигенно даже. Черногория на связи! Да-да, не удивляйтесь! Погнали, пацаны! Йо-йо, е! О! Да! Чао, пока! Струячим! Добро пошло! О-оу! Ну все! Садимся. Закончим. Фу, выдохнуть надо. Почему? Ну, холодное, хули делать. Вон, пацаны, смотрите, какая пицца притащили. Я не знаю, с чем, маргарит, что ли? Маргарит, по-моему. Кстати, надо Гроу денежку перевести там. Мне скинули его тележку. Поможем пацану. Вкусно. Ну, у тебя у самого какие ощущения от записи? Да нормально, да, хорошо. Чувствую, что это хит. Мне кажется, что зайдет. Да, ну, там да. Все такое, в тему нормальное. Какой-нибудь, чтобы всю не палить, пускай у них будет затор. Пускай будет хорошо. Интересно что-то. Сейчас, ребят, колоночку включу. Но в таком духе, ребятки, качёво. Да, вот в таком духе будет это все, короче, выглядеть. Ну, скоро. На всех наушниках. Да. Что народ пишет, понравилось? Я говорю, что за лавру он просто. Нормально, блядь, подъебал. Ты, видно, лучшее выбрал, да? Самое обидное, блядь. Право, нормальный, блядь. Давай, слышите, подъеби, блядь. Сука, рассмешите меня, с утра еще не проснулся. Нормально все. Да, Никит? Ау. Алло, да, я вижу, ты записываешь новый трек. Ну, вот, рэп, ой, рэп, говорю, рэп, да. Сереж, пой амплитудой
физической вверх и пой в улыбку, как будто вот держишь в зубах ручку или палец. Ты поешь вниз, у тебя вся амплитуда звука идет вниз. Ты поешь, я не помню слов, но ты поешь та-да-та-да-та-да-та-да, Симон у руля, там, галеты, та-та-та-та-та-та. У тебя все идет в пол. Ага. Ну это ты всю жизнь скитаешься по вокзалам там, по этим, по всем, с гитарой. А я-то первый раз, понимаешь, второй класс. Да, так я как скитальц, это, вот чтобы побыстрее это все сдыбку, засунь себе вот так палец. Ну только не туда, блин. Нет, не надо туда. И вот прям в улыбку, улыбаешься улыбкой Дауна и поешь ярким светлым звуком и в самую дальнюю точку. Апой, вперед, вперед, тара-тара-тара-тара, пи-да-да-та-дам, тара-тара-тара-тара, пи-да-да-да-да-та. Не так дело обстоит, там короче, это самое, он под домашним арестом, но я думаю, скоро разберутся и все будет нормально. Да, его сначала арестовали, потом выпустили. А за что его арестовали? Ну, типа там угрозы там или какие-то. Ну, аэропорт тут позвонил, там какая-то там это хуйня там, блядь. Серьезно, ну, тут же серьезные дела, там тут же приехали, конечно. Я думаю, что в ближайшее время там все нормализуется. Такие вещи быстро обычно, ну, скажем так, их находят виновных там и так далее. Поэтому Влад, он безобидный, человек добрый. Но я ему 1000 простил, да. Помните, песня была? Владу Савельеву 1000 простил. По дружбе-то можно. Конечно. Вот. Мне кажется, друг как бы западло было бы 1000 не простить. Конечно. Конечно. Мы всех любим, да. Ну, 1500 я бы подумал уже, на самом деле. Напрягся бы, да? Такой объем, на него можно нормально погулять, я думаю. Да. 1500 это уже посерьезнее дела. Ну. Контент для мемов будущих. Хватит нюхать трусы ВВ на голове. Ну, пробуем, пацаны, пробуем, я хули делаю. Да будет хит по-любому, слушай. Да не, зайдет. Да, сейчас вот это сюда вот так поставлю. Пока я возьму лидерство. Давай. Что расскажи там, что там вообще, какие перспективы? Хуя себе, тут веревочка. На горизонте миллионы там. Мне больше вариант соси хуй нравится. Только он ксуй читается. Картину бери и вали, да не, вы чё, камон. Есть там еще кто-то подрезать? Нет, просто побольше контент, чтобы было еще резать. Давай. Жарился под солнцем, слушал Алиса Чупегу, Алиса Чупегу. Мои карманы февра, там много работал, бэйба, думаю, я не метро. Что там пишут, посмотрим? Гитлер также жестикулировал. Как кто? Флексит лютый. Усатый таракан. На камеру смотрит. Не смотрит, на камеру, блядь. Давайте, да, нормально. Ну что, давай еще разочек, блядь, прогоним. Давай. Только пусти, пусти, будь добра. Только пусти, пусти, будь добра. Где вы были летом? Я был Монтенегро. Жарился под солнцем, слушал Алиса Чупегу. Алиса Чупегу. Мои карманы в евро. Я много работал, бэйбэ, думаю, ты мне друг. Ну, нормально. Что, там есть что, да? Да, конечно. Ну, вообще топ. Контент? Топ-контент. Вообще-то, блядь, 4К60 этих. У меня потянет комп монтажа, ты это. Потянет. Что, в какой позе был? Ну, главное, блядь,
приличный. Так, вот может, так, что, давай, наверное, без майки и футболку. И очках, да. Да? Да, да, как на пляже. Да, да, да. А я на контрасте, наоборот, в шубе в мамкиной, блядь. И в трусах. В трусах на голове. Пробуем, пацаны, пробуем. Сделаешь, короче, с своей стороны снежный. Ну, давай, так же на том же фоне. Да? Сейчас. На башке нормально. Давай. Каток хат. Что там, сколько по темпу? Да, надо уже. Куа. Надо уже, да. 4-5. Сейчас попили мы потихо. Ну что, надо договариваться на фит, на альбом тогда нам получается. Да, когда, кстати, выйдет это все? А, альбом или трек? Трючок. Ну, трючок. Трючок, ребят, ждите в конце февраля, в начале марта. Пока ориентируемся так. Чем больше будете просить, тем быстрее выйдет. Ну. Чем больше задонатите Дон Симону, тем более быстрее выйдет. Завтра. Не сломай унитаз там. Тут полилось уже, блядь.